Я рада приветствовать сегодня Алексея Москалева, который представит свой взгляд на проблему, а также новые данные. Мировое население стареет, даже некоторые называют серебряным цунами. Вопрос только в том, чтобы понять, что такое старение и как можно на него повлиять. Гены могут влиять на и долголетие, и ускоренное старение. Западный режим питания сокращает здоровый период жизни. Это то, что переводит медицину на новую уровень развития и профилактики. Хорошей новостью является то, что, изменив свой образ жизни, мы можем существенно продлить здоровый период своей жизни. Долгожители и дети долго живут, да? Да.